Буквально год назад, чтобы забить самую лучшую дату и время, ульяновским молодоженам приходилось с раннего утра выстаивать огромную очередь в ЗАГСе. Проблему удалось решить кардинально, а именно перенести бумажную волокиту в интернет. Теперь, чтобы подать заявление на регистрацию брака, достаточно зайти на портал госуслуг. С февраля 2017 года мы совместно с агентством ЗАГС Ульяновской области запустили в электронной форме услугу по регистрации брака. В настоящее время услуга набирает обороты, учитывая уже летняя пора. Для получения услуги жених и невеста должны заполнить заявление в своих личных кабинетах и вместе со своими данными и указанием желаемой даты отправить в ЗАГС. Главный бонус для заключающих брак – это скидка на госпошлину 30%. И второй главный бонус, что приехать в ЗАГС уже нужно только на саму торжественную церемонию, либо не торжественную, кто как желает. И не нужно, как это было много лет тому назад, ночевать возле дворца и ждать своего часа. С начала года поступило уже 800 заявлений. Будущие супруги Денис и Ольга не скрывают своего счастья. Через считанные дни они соединят себя законными узами брака. Потому что это очень удобно, не нужно никуда ехать, можно спокойно все оформить дома, подать эту заявку и без очередей, без ожиданий, без всего. То есть спокойной, уютной обстановке. Правительство Российской Федерации уже одобрило законопроект, который позволит упростить процедуру подачи заявления через портал госуслуг. Гражданам не нужно будет прикладывать сканированные копии документов, а все сведения будут проверяться, когда граждане будут приходить в ЗАГС и предъявлять оригиналы документов. Дарья Сударева, Юрий Конихин, новости Ульяновской правды.